Прыгнул, когда все уже сдохли. Не, ну он просто хуйню реально сделал. А что сделал? За танка спрыгнул? Ну он нет, он побежал обратно, блядь, на этот, типа, где пулемет, блядь, и начал там какую-то хуйню творить, блядь. Котяр? В тот момент, когда. Да, когда нас начал танк расхуяривать. А. Ну типа, нахуя это делать? А, ясно. Yes. Ладно, фиг с ним. Не, ну типа долбоебина просто. Не, ну мне похуй, типа, понятное дело, что очки и все такое же, все, но сам факт. Ну да. Ну я, например, хотел улететь, мне наставить на очки. Ну да. Я вот хотел улететь, я улетел. Так а в итоге кто улетел тогда, если он там стоял, нас всех замочили? Я улетел. Один, нет, кто-то один спас. А, понятно. Типа он спрыгнул, у кого-то это еще КП улетел. Были. Да, по-моему. Фига. Потому что меня положили. Меня положили, меня тоже положили. А, ну значит я улетел. Да не ссыте, я улетел, все нормально. Танк. А, вообще, ты ёбаный лайк, как я смог уйти? А, за них перешел. Вы чё все ливнули, да? А, вы все вышли, бля, ну пипец. Значит, там пацаны срутся. Некомфортно. Да их... Их уже нет, только один пока остался. Блин, Люба, объясни мне, я тебя за танк выйду. Что за хуйня? Нормально. Ничего нормального, по-моему. Люба упала. Ты ее выключил, что ли? Да как сбивай, он, блядь? Сбивай, сбивай, сбивай! Никита. Да я ебал, ну чё опять не так сделал? Бля, блин. Бред, блядь, ебучая игра. Тут Леопард уже зашел комментировать. Пиздец, Лео Ди Каприо, блядь. Ебучий котяра. Который перешел в ту тьму. Гаще, брат, его ебать. Ну он минуснется, блядь, сегодня. А здесь простреливается пол, что? Нифига себе. Вот это неожиданно. Серьезно, на крыше простреливается пол вниз? Да. Офигеть можно. Асфальтовая херня, блин. Это лучше, чем душня. Надо было пожиже водить, ты чё вывело? Да я считаю, протупил. Там все пацаны. Спас сколько? 30 секунд? Я не понял, почему я когда посмотрел, было 24. Нет, у меня тоже 24 было. Давайте брейк, бля, ёлы. Надо вообще там по манке выкидаем команду. Ща, вчетвером все. Не работает. Он перегретый, он весь красный, тут жаркий. Ну это ноут, а не все так. Для КЗ. А, леопарда снизу. Чё за хуйня? Почему респу не дает? В смысле? Ну... А, ну, ясно. Ребят, мы коснул, наверное. Давайте, споки. Споки, ноки. Спокой ночи всем, да, да. Жалко. Жалко, блин, дебил промахнулся, и я из-за этого минус смог сделать. Пойди сюда, тварь. О, один минус уже сделали. Но он спрыгнул сам вначале.
сучка, отошел прям в тот момент, как я туда подбежал, прикинь. Бля, мне танк дают. Я скажу, смотрю. Бля, какого хуя? Чё за бред, блядь? Чё такое? Да мне танка дали, он когда он уже летел с небоскрёба вниз. А, его леопард скинул, что ли? Так не его никто не скинул, я просто еду. То есть, ну, мне танка дали, я... сразу шину дали, да. Я уже летел вниз. Как, в смысле, из-за чего ты вниз летел-то? Я не... вот имя, я не знаю. Я уже летел вниз, когда мне дали танк. Первый раз такая херня. Вот именно, блядь, из-за такой хуйни нехуй, блядь, сливаться, знаешь, раньше времени, блядь. Ну да. Опа. Это видели летающий? Ты видел, что котяра сделал? Да. Да это бред ебучий, пошел он нахуй, блядь, тварь. Не, он, я знаю, да, там с пулемета фишка, если Е жмешь и прыгаешь сразу, ты можешь типа подлетать на расстояние. Ну я знаю, что это именно из-за труп здесь. Я в первом лефте только. Не, в первом лефте тоже. Мне чуваки показывают, как там на крышу запрыгивают. Ой, я его положил. Выживание. Как раз. Просто это тоже хуйня. Что за четыре поганые? Как котяра поднялся? Как, блядь, котяра поднялся, нахуй? А ему помог этот, вот розовый, с пистолетиками. У меня перезарядка, я не мог. Бля, ну это пиздец, ну надо было подождать. А так хп все равно мало, в любом случае убили бы. Тем более я побежал его от выстрелов как раз каверить. Но я не успел, когда подошел, он сдох как раз. Там два молота. Как раз молот. Мне остался 4 его. 4 его задрот эксплойтер. Багов. Что? Сван? Вот бани хопит, тварь. Не понял, что это претензия. Танку, что он сделал не так. Да нахуя, блядь, нахуя ты, сука, это сделал, блядь? Пиздим танка, слушайте. Пиздим. Не, по морде твой тупой. Не, я не буду больше. Я, кстати, в топ. Чё ты? В топ. Ну, у меня топ урон. Я даже не видел стату. Я тоже сейчас. Всем пока.